Добрый день. Буду сейчас делать такое блюдо, которое называется полындвица. Это вяленая вырезка. Будем по-домашнему делать вяленую вырезку. У меня здесь две вырезки, но вы можете сделать одну. Все ингредиенты сейчас у меня для двух, но я в описании подробненько все распишу. Зайдите, посмотрите, пожалуйста. Так, теперь на этих двух вырезках надо убрать жилки, жирок. Вот, и буду дальше еще рассказывать. Так, а еще нам понадобится соль килограмм, 100 грамм сахара, по 2 столовых ложки базилика, кинзы и кориандра, и также столовая ложка сельдерея. Это для первого этапа. Для второго этапа у нас еще будет второй этап потом. Нам понадобится паприка и карри. А также понадобится вот такая емкость, в которую мы будем укладывать вялиться вырезки. И вот такая пленочка накроем. Вырезки сейчас 10 килограмм. Сушеные травы и приправы. Ну, конечно, лучше брать тех фирм, производителей, которые вы уже использовали, в которых вы уверены в их качестве. Все, что я приготовила, все приправы, ссыпаем сюда, в эту миску, в эту емкость. Соль, сахар 100 грамм, килограмм соли. И почти все, тут по 2 столовых ложки, кроме сельдерея. Тоже высыпаем сюда все и хорошенько перемешиваем. Хорошо-хорошо перемешиваем. И отставляем пока в сторону. У вырезки убираем жилки, убираем жирок вот этот весь. В общем, делаем, чтобы так, чтобы вырезка у нас красивенько выглядела. Все вот это убираем тщательно. Ну, с минимумом отрезания мяса. После того, как я пообрезала там более-менее ненужное с мяса, осталось 830 грамм. Вот. Берем нашу емкость со смесью, соль, сахар и все остальные специи. И делаем такие канавки, чтобы внизу тоже была соль, конечно же, ну и все остальное. И укладываем туда наше мясо. И хорошенько-хорошенько засыпаем. И вторую тоже. Но она немножко длиннее, но не страшно, я ее тут согну вот так вот. Тоже ее уложить и хорошо-хорошо засыпать этими приправками и солью. Так, чтобы все покрылось. Я накрыла обе вырезки смесью соль, сахар и специи. И теперь сейчас накрою пленочкой. Вот так сверху последний раз и все. Обрезаем теперь. И ставим в холодильник на 3 дня. Вот прошло 3 суток. Вареная свинина по-домашнему вот простояла 3 суток в специях и в соли. Теперь надо это все дело вытащить, промыть и промокнуть салфетками. Вот они так, вот так они выглядят после соли. Теперь хорошо промокнуть прям, хорошо-хорошо промокнуть. Обе хорошенько. Так, вот я промокнула. Теперь на каждую надо по столовой ложке карри. По столовой ложке карри и по столовой ложке паприка копченая. Так. А эту меньше Теперь сейчас берем добавлю. эту смесь и распределяем полностью по всему мясу, прямо вот так втирать. Берем вот так прямо втираем в мясо. Так, втерла я вот приправу куркуму и паприку. Теперь надо их разделить. Так сделаю, сейчас прям подниму вот так вот. А эту сюда заверну. Потому что нам надо еще каждую хорошенько проперчить черным молотым перцем.
двух же сторон и перевернуть, и вторую сторону тоже проперчить. На этой второй тут у меня он паприки получается много. Я ложечкой сейчас сюда еще добавлю. Так, и теперь тщательно замотать. Вот пленку. Один слой пленки я сделала, теперь второй слой. Плотненько вот так прям замотать ее. Так. Сейчас можешь поперчить, а то я ее вообще чуть не забыла поперчить. Нашу вяленую свининку. Теперь второй слой. Вот, завернула две. Как же это называется? Полендвице. Полендвице называется. Это украинское такое блюдо. Сейчас я еще раз их обмотаю. И теперь еще на 6 часов в холодильник. Ну, на ночь. Так, ну вот, полежала еще ночь вырезка вяленая. В холодильнике. Раскрываем сейчас ее. Получилось. Теперь режем. И будем пробовать. Если вам нравятся мои видео, пожалуйста, подписывайтесь. Ставьте лайки. Вот какая она получается. Лайки – это пальчик вверх. Когда вы поставите, когда вы подпишетесь, вы будете видеть все мои новые рецепты. Вот такие, как получается. Ну, вкусно получается, классно. И остренько, и солененько. К пиву самое то.